Полнолуние, которое выпадает на июль, называется Гуру Пурнима. Оно имеет особое значение, потому что в этот день Ади-йоги решил стать гуру. Так что это очень значимый день для тех, кто идет по духовному пути. Гуру Пурнима — это день благости. Пусть ваша жизнь станет потоком благости, который будет нести вас через всю жизнь, за пределы ваших ожиданий.